Это большая честь для меня быть здесь сегодня с вами. Прежде чем мы начнем какой-либо дальнейший разговор, я хотел бы прийти к Богу в молитве. Я попросил бы, чтобы вы молились. То, что происходит сегодня, вы не понимаете, но я скажу, откуда я пришел. Я проповедую как умирающий человек умирающим людям и молодежи. Я буду проповедовать так, как я не буду более проповедовать. Я скажу вам нечто, что вызовет у вас недоразумение. Я скажу вам нечто, за что вы рассердитесь на меня. И я скажу вам вещи, которые вы будете отрицать. Я скажу вам это, и вы скажете, что я не имею права говорить это. Но прежде чем вы придете к какому-то выводу о том, что будет здесь сказано, задайте себе вопрос. Видите ли, проповедь — очень опасная вещь. Она опасна для меня, потому что Библия говорит о том, что лжеучители подвергнутся большему осуждению. Если то, что я говорю вам сегодня, неверно, я в горестном положении. Я имею полное право считать так со страхом и трепетом, потому что я буду осужден Богом. Но если то, что я говорю вам сегодня, верно, тогда у вас есть повод для страха и дрожи. Потому что если я правильно толкую этот отрывок Священного Писания, который я собираюсь преподать вам, это Бог говорит через человека, и ваша проблема не будет со мной, она будет с Богом и Его Словом. Итак, единственный вопрос, который должен быть решен сегодня. Этот человек перед нами лжепророк, или он говорит нам истину? И если он говорит нам истину, тогда ничего не остается сделать, как привести нашу жизнь в соответствии с этой истиной. Придем к Богу в молитве. Отче, я настолько слаб и ничтожен, Отец, настолько и во многом. Ты знаешь, Боже, Ты знаешь. Хотя, дорогой Господь, может, ложный огонь был единственной вещью, когда-либо помещенной на Твой алтарь, или огонь сошел с небес среди всего шума и крика и действий, может сойти с небес и оживить. И оживить эти мертвые кости. Ты знаешь меня, Боже. По воле Твоей я молю и прошу перед престолом Бога. Будь милостив к нам, открой наше сердце и разум. Боже, мы не можем ожидать от них, что они открылись сами по себе. Они никогда не откроются. Открой их сердца и умы, дай им узреть библейскую истину. Дыхни на них, даруй им покаяние, даруй им веру. Приведи их в Твое Царство, Боже, ради славы Твоей, ради имени великого Твоего. Сделай сие дело. Боже, как сказал брат, позволь этому быть, Боже, так, чтобы никто не присвоил себе чести, так, чтобы никто не тронул ковчег Божий, и если он это сделал, ты поразишь его, Боже. О, Боже, действуй среди нас. Прошу. Потому что у нас нет никакой другой надежды. У нас нет никакой другой надежды. У этих детей нет никакой другой надежды, кроме того, что ты будешь действовать. Я буду проповедовать из 7 главы Матфея. Если у вас есть Библия, следите за мной.
Матфея 7 главы, стих 14, сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают из терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, и худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Я стою здесь сегодня. Меня не тревожит ваша самооценка. Меня не беспокоит, чувствуете ли вы себя хорошо, проходит ли ваша жизнь так, как бы вы хотели, в порядке ли ваш чековый баланс. Есть только одно, что не давало мне уснуть. Есть только одно, что беспокоило меня все утро. И это вот что. Не позднее 100 лет подавляющее большинство людей в этом здании, возможно, будет в аду. И многие из тех, которые, кто исповедует Иисуса Христа как Господа, будут проводить вечность в аду. Вы скажете: пастор, как вы можете говорить такое? Я могу говорить это, потому что я не совершаю свой христианский труд в Америке. Я провожу большую часть времени, проповедуя в Южной Америке, в Африке, в Восточной Европе. Я хочу, чтобы вы знали, что когда вы смотрите американское христианство, оно основано более на безбожной культуре, нежели на Слове Божьем. Сколько людей обмануты, много молодежи обмануто, очень много взрослых людей обмануто, полагают, что они идут на небо, потому что молились молитвой однажды в своей жизни. И затем, когда они смотрят на других вокруг, утверждающих, что они знают Христа, и видят, что тех людей, к тому же, что они как мирские, как мир сей, и они сравнивают себя с самими собою, ничего не тревожит их сердце. Они думают так: ну, в общем, я такой же, как и все другие в моей группе молодежи. Я смотрю то, что не должен смотреть в телевидении, и смеюсь над тем, что ненавидит Бог. Я ношу одежду, которая является соблазном. Я разговариваю как мир сей, я хожу как мир сей. Я люблю музыку мира сего. Я люблю так много из того, что в мире сем, но слава Богу, я христианин. Почему я христианин? Я не отличаюсь от большинства остальных людей в моей церкви. Почему я христианин? Поскольку это было однажды в моей жизни, когда я помолился и попросил Иисуса Христа, чтобы он вошел в мое сердце. Чтобы вы знали, что самая большая ересь в американской евангельской протестантской церкви, это то, что если ты помолитесь, попросите, чтобы Иисус Христос вошел в ваше сердце, он, несомненно, войдет. Вы не найдете этого ни в одном месте Священного Писания. Вы не найдете этого подобного в баптистской истории до приблизительно последних 50 лет. То, что вы должны знать, то, что спасение по вере и по одной вере в Иисуса Христа. И это единственная вера в Иисуса Христа предшествует, сопровождает ее покаяние. Оставление греха — ненависть к тому, что Бог ненавидит, и любовь к тому, что Бог любит, возрастание в святости, желание не быть похожими на Бритни Спирс, не быть похожим на мир, не быть подобным значительному большинству американских христиан, но уподобиться Иисусу Христу.
Я не знаю, почему вы хлопаете. Я ведь говорю о вас. Я не прибыл сюда, чтобы получить ваши аминь. Я не пришел, чтобы вы мне аплодировали. Я говорю о вас. Люди очень часто подходят ко мне и говорят, как бы я хотел последовать за вами в Румынию, я хотел бы последовать за вами в Украину, я хотел бы проповедовать, и вы проповедуете, и созидать церкви в джунглях. Я говорю, вы не можете, потому что вы будете сразу отлучены от церкви там. Что мы должны видеть? Я не пытаюсь быть суровыми, чтобы быть суровым. Поймите, ну, нужна большая любовь, чтобы стоять перед 5000 и сказать им, что американское христианство почти полностью заблуждается. Знаете, почему вы делаете это? Знаете то, что будет стоить мне? Быть непопулярным. Ты не делаешь это, потому что платят тебе, потому что любишь людей, и ты хочешь угодить Богу. Я хочу сказать вам нечто, чтобы мы собираемся углубить Писание, и смотрите, как на действительность. Не сравнивайте себя с остальными, называющими христианами. Сравните с Писанием. Когда какой-нибудь молодой человек идет к пастору или молодежному служителю и говорит, «Я не уверен, спасен ли я», молодежный служитель будет, как обычно, выдавать стандартные фразы. «Но был ли ты когда момент в твоей жизни, когда ты помолился и попросил Иисуса войти в твое сердце?» «Ну да». «Действительно ли был ты искренний?» «Ну я не знаю, но я думаю, что так». «Тогда ты должен сказать сатане прекратить надоедать тебе». «Написал ли ты это позади своей Библии, вашей Библии?» «Евангелист сказал вам, когда вы были спасены, запишите дату, и тогда, когда вас посещают сомнения, вам указывают на вашу Библию. Какое суверие охватило нашу деноминацию? Знаете, что Библия говорит христианам делать? Исследуйте себя. Проверьте себя в свете Священного Писания, чтобы видеть, пребываете ли вы в вере. Испытайте себя сами, чтобы видеть, являетесь ли вы христианином. Представьте, если бы я прямо сейчас сказал вам разойтись всем и стучаться в каждую дверь в этом городе. Что бы вы узнали? 99% людей в городе считают себя верующими. Если возьмите свой родной город и стучите каждую дверь, и знаете, что я узнал? Что все в моем городе христиане. 85% из них не ходят в церковь, и те, кто ходит в церковь, не беспокоятся о святости, их не интересует служение, они не беспокоятся о том, чтобы им быть отделенными от мира, их не забудет, что Евангелие было проповедовано среди народов, но слава Богу, что они спасены. Почему они спасены? Потому что какой-то евангелист вообще, который должен был меньше времени проповедовать и больше времени заниматься Библией, сказал им, что они спасены, чтобы потом хвалиться на следующем своем призывном собрании. Я люблю вас. И есть люди, которые любят вас. Я хочу, чтобы мы обратились к Писанию. Когда я принес вам некоторое потрясение от света, я хочу, чтобы вы послушали меня. Послушайте Слово Божие и начните задавать себе некоторые вопросы. Прежде всего, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространный путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизни, многие находят их. Существуют узкие ворота. И вы знаете, исторически одна из причин, почему я южный баптистов, потому что южные баптисты всегда были живые. Когда другие вероисповедания были не в состоянии понять, то южные баптисты всегда были скоры на понимание того, что такое врата. Есть единый Бог и один посредник между Богом и человеком, его имя Иисус Христос. Не существует альтернативы, не все дороги ведут в Рим. Наше вероисповедание, мы всегда говорили людям, то, что сказал людям Иисус, «Я есть им путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так если я славлю Бога за то, что единственный путь, которым когда-либо спасается человек на этой земле, в Иисусе Христе, и это все. Потому что вы должны понять, что говорит Библия, потому что все согрешили, лишены славы Божьей, и вы понятия не имеете, что это значит. Что мы были рождены полностью испорченными, богоненавистными, что мы никогда не искали бы Бога, потому что и не пришли бы к Богу. Мы восстали против Бога, нарушив всякий закон. И это не столько проблема, что вы согрешили. Проблема в том, что вы ничего другого не делали, кроме греха. Библия говорит через пророка, что и все наши величайшие труды, как запачканная одежда пред Богом. И потому знаете, что мы заслуживаем? Гнева Божьего.
святую ненависть Божью. Вы скажете, погодите, Бог не ненавидит никого, Бог есть любовь. Нет, мой друг, вам нужно понять то, что Иисус Христос учил, пророки и апостолы учили тому, что не говоря уже и о благодати Божьей, явленной в Иисусе Христе, Господи нашим, единственное, что положено вам, это гнев, страшная ярость Божия по причине вашего бунта и вашего греха. Когда я говорю в университетах, они всегда скоро, чтобы заметить, нет, Бог не может ненавидеть, потому что Бог есть любовь. Я говорю, Бог должен ненавидеть, потому что Бог есть любовь. Видите ли, я люблю детей, поэтому ненавижу аборты. Если я люблю то, что является святым, я должен ненавидеть то, что нечестиво. Бог есть святой Бог. Это как раз то, что забыли американцы. Многое из того, что вы любите делать, Бог ненавидит. Вы знаете это? Молитесь о пробуждении. Вы собираетесь на собрание молодежи. Вы хотите, чтобы Бог действовал. Но перед тем, как вы идете туда, вы смотрите телевизионные программы, что Бог совершенно гнушается. И затем задаетесь вопросом, почему Дух Святой не сходит на место, и почему вы должны создавать фальшивый огонь и ложное оживление. Потому что нет Бога в этом. Бог Святой Бог, единственный путь примирения со Святым Богом для вас и меня. Через смерть Сына Божьего, висевшего там, когда-то на том древе. Теперь послушайте меня. Если вы спасены здесь этим вечером, вы не спасены потому, что римляне и иудеи отвергли Иисуса. Вы не спасены потому, что они возложили терновый венец на Его голову. Вы не спасены потому, что они пробили копьем Его бок. И вы не спасены потому, что пригвоздили Его к кресту. Вы знаете, почему вы спасены, если вы спасены? Потому что, когда Иисус Христос висел на кресте, Он понес ваш грех, грех народа Божьего, и весь яростный гнев Божий, который должен был пасть на вас, Он пал на Его единородного Сына. Кто-то должен был заплатить цену. Кто-то должен был умереть. Именно Бог, Отец, поразил Своего единородного Сына. Согласно Исаии 53, там говорится, Господу угодно было поразить Его. Люди говорят, что крест — знак того, насколько дорог человек. Это неверно. Крест — знак, насколько действительно испорчены мы, что это привело к смерти Сына Божьего. Единственное, что могло спасти людей, как мы, была смерть самого Сына Божьего под гневом Его собственного Отца. Цена заплачена им, и воскресение из мертвых. Могущее сказать, это Евангелие Иисуса Христа. Теперь, что вы призваны делать? Вы говорите, вы призваны сквозь тесные врата. Как вы делаете это? Иисус сказал, исполнилось время, приблизилось Царство Божие. Что вы должны сделать? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вы скажете, брат Пол, я был спасен, когда молился, приглашая Иисуса в мое сердце. Я уверен, вы делали, но вы не были спасены волшебной формулой из нескольких слов, которые вы повторяли за кем-то. Вы были спасены, потому что вы каялись в своих грехах, и вы уверовали, и не только сделали это когда-то. Вы продолжаете делать это даже ныне, потому что когда Иисус, точный перевод этого стиха, который Он дал, является этим. Царство Божие приходит. Время исполнилось. Теперь проведите остальную часть вашей жизни в покаянии о грехах и веровании в Меня. Обращение не подобное инъекции от гриппа. Я сделал это, я покаялся, я уверовал. Вопрос мой, друг. Ты продолжаешь свое покаяние о грехе? Ты продолжаешь веровать? Начавший вас доброе дело будет совершать его до конца. Он завершит его. Итак, мы, как южные баптисты, проповедуем это. Вы, предполагается, проходите сквозь тесные, единственные врата, которые есть Иисус Христос. Но мы, южные баптисты, забыли нечто. Я прошу, чтобы вы, молодежь, служители и пастыри, все слова слушали меня, родители. Мы забыли очень важное учение о Евангелии. Оно говорит, что не только врата являются узкими, оно говорит, что и путь является узким. Что мы в основном делаем, ведет кого-то ко Христу, приводим кого-то к молитве, и затем эти люди проводят остальную жизнь и живут точно так, как этот мир. И если вы хотите возразить мне в этом, я могу привести статистику и доказать, что вы не правы. Опрос общественного мнения, проводимый институтом Гэллопа, опрос Бернарда, любой опрос, и вы можете видеть, моральный облик Церкви Америки сравнивает с моралью неспасенных, погибших в Америке. Эти опросы не отличаются друг от друга. Это не связано с религиозным анализом, это статистика.
Книга за книгой подобные издаются теологами, философами, социологами. Что произошло с церковью? Мы узнаем, что аборты в церкви есть столь же распространены, как и в мире. Мы находим, что развод столь же распространен. Мы видим, что это уже безнравственность. Вы знаете, есть молодежь прямо сейчас здесь, практикует безнравственность и поклонение Богу на одном дыхании. Вы знаете, что здесь есть молодые, которые принимают наркотики и все же посещают молодежную группу. Знаете, что они смотрят и делают вещи, которые не являются подобающими христианам. И они приходят в собрание молодежи, довольные, верят, что они спасенные. И никто не возражает им. Они плотские христиане. Они действительно христиане. Они просто плотские. Это учение возникло в баптистской семинарии, но не южной баптистской семинарии. Несколько десятилетий назад. Оно не библейское. Оно не является историческим. Мой дорогой друг, не существует такого понятия, как плотской христианин. Вы должны сказать 1 Коринфянам 3. Павел говорит, не плотские ли вы? Нет. Нет, то, что сказал Павел. Вы должны прочитать всю книгу, чтобы узнать, что он имел в виду. Видите проблему, молодежи, послушайте меня. Большая часть нашего христианства основана на штампах, что мы читаем на христианских футболках. Большая часть нашего христианства взята из песенников, но не из Библии. Большую часть того, что мы верим, продиктовано нам нашей культурой, но не Библией. Библия никогда не учит, что человек может быть подлинным христианином и жить при том в постоянном плотском состоянии, в греховности и в грехе во все дни жизни. Но Библия учит, что истинный христианин получил новую природу. У подлинного христианина есть отец, который любит его и наказывает его, следит за ним и заботится о нем. Мое сердце сокрушается, знаете, от этого, молодые люди, давайте не будем лицемерами здесь, не станем скрывать того, как многие лгут. Вы знаете их, можете вы один из них, или вы, по крайней мере, знаете, кто в вашей группе молодежи. Они приходят на молодежные собрания, они делают все то в их сердцах, они являются настолько испорченными, какими могут быть только нечестивцы. Нет никакой разницы, это не свет, все, что делает мир, они делают, это нормально, все окей. Мой друг, это не христианство, они не рискуют потерять их награду. Они подвергаются опасности быть в аде. Они не знают Бога. Именно чему мы сейчас не учим. Когда был последний раз, когда вы слышали, что кто-либо говорил, что есть не только тесные врата в небо, но и узкий путь? Иисус указывает на то, как на один из основных признаков того, чтобы быть подлинный христианин, это то, что вы идете узким путем. Знаете, что признаком подлинного христианства в Америке? То, что вы однажды помолились. Неудивительно? Вы что, сомневаетесь относительно своего спасения? Вы молились молитву один раз? Чему учит Библия? Исследуйте себя, проверьте себя в свете Священного Писания, чтобы видеть, находитесь ли вы на пути, потому что христианин должен отличаться. Разве утверждаю, христианин безгрешен? Нет, потому что 1 Иоанна узнаем, что христиане действительно согрешают. Если человек не признается в грехе, то он не ходит во свете. Какое отличие? Что я получаю, что я имею? Если ты возрожденный христианин, дитя Божье, мы должны ходить путем праведности. Это будет образом жизни. Если вы собьете с этого пути праведности, то Отец придет к вам. Он будет наказывать вас. Он восстановит вас на этом пути. Если вы утверждаете, что прошли сквозь тесные врата, но живете на широком пути, точно так же, как и все другие в вашей средней школе, точно так же, как все остальные люди, плотские грешники, Библия хочет, чтобы вы знали, и вы должны прийти в страх и ужас, потому что вы не знаете Бога. Я опасаюсь людей, которые потратили большую часть своей жизни, говоря другим людям, что они спасены. Я опасаюсь вас, если вы делали это. Не говорите людям, что они спасены, но говорите им, как быть спасенными. Бог скажет им, что они спасены. Мы забыли, что такое спасение.
сверхъестественное действие Божие. И это было тот, кто был искренне обращен, возрожден силой Святого Духа, должен быть новым творением. Библия говорит, что человек во Христе, он новое творение. Мы видим здесь в Писании, что существует тесный врата и узкий путь. Читаем стих 15. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их». Одно вы должны уяснить здесь, и один мудрый человек сказал давным-давно, он сказал: «Пол, твой лучший друг, тот, кто говорит тебе правду». В Америке мы стали настолько ранимые, что никто не может обличить нас. Никто не может сказать нам, что мы неправы. И служители, лидеры повелись на эту ложь. Мы не желаем никого обидеть. Мы только ревнуем о дружелюбии. Но вы должны понять, что только один ревнитель, его имя Бог. И если вы хотите быть дружелюбными к тому, что в вашей церкви вы должны быть дружелюбны к Богу, и вы должны быть более заинтересованы, слава Божия, чем отношения с людьми. Но другое, что вы должны усвоить, что тот, кто любит вас больше, тот и скажет вам правду более. Один особый примет лжепророка, тот, что он будет всегда говорить вам, то, что вы хотите услышать. Он никогда не будет идти против шерсти. Он заставит вас аплодировать. Он заставит вас прыгать. Он ошеломит вас. Он будет развлекать. И он представит вам христианство, которое заставит вас церковь жить на мегацерковь Six Flags Over Jesus. И будет держать вас в постоянном развлечении так, что вы никогда не зададитесь вопросами такими, как «Действует ли Бог в моей жизни?» «Возрастаю ли я в святости? Рожден ли я свыше поистине?» Слушайте меня. Если все в этом городе считают себя спасенными, а мы знаем, что это неверно по Писанию, ибо Библия говорит, немногие находят. Как вы знаете, что вы спасены? Как вы знаете на самом деле, что вы спасены? Потому что кто-то вам сказал? Потому что вы молились, поскольку вы уверовали. Хорошо, позвольте мне задать вопрос. Как вы знаете, что вы уверовали? Все говорят, что они верят. Как вы знаете, что вы не они? Знаете, что учит Библия? Как узнать, что вы спасены? Знаете, что баптистское богословие учило еще 50 лет назад? Как ты знаешь, что ты спасен? Вы знаете, что вы были спасены, потому что ваша жизнь находится в процессе изменения, и образ жизни ваших хождение по пути Божьей истины. И когда вы сходите с тех путей неповиновения, как все мы поступаем, Бог приходит к вам, восстанавливает вас на пути. Одно из самых великих свидетельств, что вы истинно родились свыше, это то, что Бог не будет позволять вам говорить, как ваша плоть хочет говорить. Бог не будет позволять вам одеваться, как плотской мир. И плотская церковь позволяет вам одеваться. Бог не будет позволять вам поступать как мир, понять как мир, разговаривать как мир, слушать вещи, как слушает мир. Бог сделает так, что твоя жизнь будет резко отличаться. Он говорит здесь, мы продолжаем читать. Стих 16. «По плодам их узнаете их». По плодам их узнаете. Как вы узнаете лжепророка? В более широком смысле Писании, кто истинный христианин, по плодам, по его плодам, мой дорогой друг, посмотрите на свою жизнь, посмотрите, какими путями вы ходите, посмотрите на манеру вашего разговора, посмотрите на страсти своего сердца, есть ли Иисус где-то там, или же какой-то придаток, что вы лишь приплюсовали своей жизни. Он только кое-что из того, что вы делаете в воскресенье или в среду. Он лишь тот, что вы соглашаетесь на уровне ума. В самом деле, он какой-то посторонний придаток, или же он действительно центр вашей жизни. И что является плодами, которые вы приносите? Похожите на мир, поступаете как мир. Вы поступаете так же, имеете те же радости, что испытывает мир. Вы можете любить грех, наслаждение его. Может, вы наслаждаетесь своим бунтом? Тогда вы не знаете Бога. По плодам их узнаете их. У Бога есть сила изменить их. Представим на мгновение Иисуса, преподавающего этот отрывок. И вы сидите там, слушая. Он смотрит на вас и говорит: «Репейник, репейник,
Вы найдете репейник на смоковных деревьях? А вы отвечаете, нет, Иисус, я понимаю, ты же земледелец, ты не фермер. Я понимаю, ты плотник, но ведь все знают, Иисус, ты не встретишь шипы на винограде. Хорошо, позвольте задать другой вопрос. Вы находите виноград, добрый плод на деревьях терновника? Но нет же, Иисус, это абсолютная бессмыслица. Я считаю, что ты никогда не будешь искать терн на винограде или виноград в терновнике. Иисус, сказать, что такое возможно, говорить тебе, Иисус, ты можешь назвать их, но они либо сумасшедшие, либо обманщики. И затем Иисус отвечает вам, хорошо, хорошо. Тогда тот, кто называет себя моим учеником и приносит плохой плод, не таков ли, как один из этих двух, либо он лжец, либо сумасшедший, чтобы сделать такое утверждение? Позвольте мне пойти немного далее. Предположим, я опаздываю и бегусь сюда на платформу. Все руководители рассержены на меня и говорят, «Брат Пол, вы не дорожите тем фактом, что вы имеете возможность говорить здесь, и вы приезжаете так поздно». И я сказал, «Братья, вы должны простить меня». «Хорошо, почему?» «Но я был здесь на автостраде, я ехал, у меня спустилась шина, я вышел заменить шину, заменял шину, затяжная гайка выпала. Не обратил внимания, что я был на шоссе, выбежал, захватил гайку, и как только я поднял и остановился, и там ехал 30-тонный грузовик, он мчался 120 миль в час и приблизительно 10 ярдов передо мной, и он проехал по мне, именно поэтому я опоздал». Теперь только одно из двух. Я знаю, что никто не изучает логику более. Два логических заключения. Одна, я лгун, или второе, я сумасшедший. Вы скажете, брат Пол, это полный абсурд. Такое невозможно, брат Пол, иметь встречу с каким-то огромным, как грузовик, и остаться без перемен. Затем мой вопрос к вам, что больше, грузовик или Бог? Как получается, что много людей сегодня утверждают, что имели встречу с Иисусом Христом, и все же они совсем не изменились? Позвольте дать вам нечто для размышления. Вы знаете, что я говорю вам истину. Сколько раз в вашей жизни, и вы посвящаете свою жизнь вновь и вновь? Сколько раз в вашей молодежной группе происходит как это, и вы как обкуренные возвращаете церковь, и это длится полторы недели? И все же, это было сильное действие Божие. Нет, это не было таким. Если оно не продолжается, оно не великое движение Божие. Это было эмоции. Это были очень много разного, но это не было движение Божие. Бог действует в вашей жизни. Бог действует в вашей жизни. Бог действует в вашей жизни. По плодам их узнаете их. Вы будете знать по плодам. Мы идем далее. Стих 19. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь, и так по плодам их узнаете их». Смотрите сюда. Вы должны понять о еврейском фразеологизме. Когда мы ходим, хотим подчеркнуть что-то, что мы делаем? Мы повышаем свой голос. Если мы пишем, мы выделяем жирным шрифтом или курсивом этот текст. Но у евреев не так, по-другому. Когда они хотят подчеркнуть что-то, повторяют и повторяют это. Именно поэтому вы находите еврейский параллелизм в книге «Притчи Соломоном». «Беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искорены из нее». Он говорит то же самое, только по-разному, чтобы придать больше акцент. Тот, что делает Иисус, по плодам их узнаете их, по плодам их узнаете их, вы узнаете по пути, по которым они ходят, по плодам их узнаете их. Вы узнаете их по плодам. Тот, кто не приносит доброго плода, срубают и бросают в огонь. О чем он говорит? Мой дорогой друг говорит о суде всемогущего Бога, который однажды падет на этот мир, который однажды падет, возможно, и на тебя.
О, дорогой друг, я не могу видеть твое сердце. Я сам так легко обманываюсь своим собственным сердцем. Но есть тот, кого не обмануть. Есть тот, кого не обмануть, и его не обманет современная христианская культура. Он знает, по плодам их узнаете их. Он продолжает говорить. 21. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Знаете, какова ценность вашего исповедания веры? Абсолютно ничто. Да. Вы прочитали этот отрывок, изучите его. Не всякий, приходящий, говорящий мне: «Господи, Господи», не всякий, кто исповедует: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Множество людей, провозглашающих: «Господь, Господь», но не идущих в Царство Небесное. Мое дорогое дитя, ты один из них. Господи, Господи. Теперь снова пойдем назад к еврейскому фразеологизму. Он сказал: «Господи, Господи». Что это значит? Это не тот, кто исповедует моментальное решение: «Это суд, и я должен исповедовать его Господом». Это тот человек, который решительно провозглашает другим людям, что Иисус Христос Господь. Он ходит везде и говорит: «Господь». Он танцует впереди, в то время как музыканты играют, и он говорит: «Господь». Он поет песни: «Господь». Но Иисус сказал ему: «Отойдите от меня, я никогда не знал тебя». Вы знаете Билли Грэма? Один из добрых и ласковых людей. И все же Билли Грэм сказал однажды, что большинство посещающих библейские церкви верующих — погибшие люди. Он сказал, что был бы очень счастлив, если бы 5% из всех людей, провозгласивших исповедание веры, на его евангелизациях были спасены. Я бываю в Нигерии, и там в прошлом году посещал мать и сын, который был в нашей церкви, ибо предан мученической смерти мусульманами. В Северной Нигерии, если кто-то исповедует веру Иисуса Христа, будет те почти уверены, может умереть из-за этого исповедания. А в Америке, посчитайте стоимость. Подумайте. Исследуйте свою жизнь в свете Священного Писания. Знаете ли вы Бога? Знаете ли вы Бога? Поскольку не все говорят: «Господи, Господи, войдут в Царство». А что говорится здесь? Смотрите, что говорится. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Какой признак того, что ты стал подлинным христианином? Я хочу, чтобы вы снова начали учить этому. Что случилось с нашим богословием? Что случилось с нашим учением? Что стало с нашим наставлением? Оно полетело в трубу. Никто не хочет изучать доктрины больше. Они только хотят слушать песни и читать надписи на футболках. Что случилось с истиной? Истина же говорит вам это, свидетельство того, что ты имеешь уверенность в том, что искренне возрожденный христианин, то, что делаешь, образ жизни и воля Отца. Вы скажете: «Говоришь о спасении через добрые дела». Нет, я говорю о свидетельстве веры. И это происходит так. Ваше провозглашение веры не доказательство, что вы возрождены, так как все по стране исповедуют веру в Иисуса Христа. Опрос Бернарда говорит нам, что 65-70% всех американцев спасены, возрожденные христиане. Самая безбожная страна в мире. Убиваете 4000 младенцев в день. Но, слава Богу, 70% из нас рождены свыше. Как же узнать, что вера, которую вы имеете, не ложная? Образ жизни, обеспокоенный исполнением воли Отца. Выполнение желания Отца. И если вдруг непослушный воле Отца, Дух Святой приходит и обличает вас, каждого лично, через записанное Слово Божие, или через брата или сестру во Христе, и Бог снова восстанавливает вас на пути, если вы настоящий христианин. Вы не сможете так вот убежать от Него. Я покажу вам пример. Если бы я был вашим пастором, и вам было бы лет 14, я возвращался бы после проповеди и видел в час ночи, что вы стоите в углу группы хулиганов,
делая вещи, которые вы не должны делать. И вы член нашей церкви. И сказал бы вам, идите в машину. Я отвез бы домой к отцу. Я бы не стал рассержен на вас. Я был бы рассержен на вашего отца. И сказал бы ему, сэр, вы негодный отец, что вы позволили вашему ребенку отсутствовать при таких обстоятельствах. Я сказал, что Бог — это не негодный отец. Если вы можете играть с грехом, если вы можете любить мир и любить мирское, если вы можете увлекаться миром, делая дела этого мира, если ваши герои — мирские люди, если вы хотите быть похожими на них и ведете себя, как они, если вы практикуете те же самые вещи, которые они практикуют, и, о, мой дорогой друг, послушайте моего голоса, это хороший повод сказать вам, вы не знаете Бога, и вы не принадлежите Ему. Мы завершили этот стих, и вот стих 22. Многие скажут мне тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени, мы пророчествовали не Твоим именем, бесов изгоняли не Твоим именем, многие чудеса творили, и тогда объявлю имя, никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы говорите, что самое важное знать Иисуса Христа, это неверно. Самое важное на этой земле, чтобы именно Иисус Христос знал вас. Я не могу войти в Белый дом завтра, потому что я близко к воротам. Я говорю всем, что я знаю Джорджа Буша, но они пустят меня лишь в том случае, если сам Джордж Буш выйдет и скажет, я знаю Пол Вашера. Вы можете утверждать, что знаете Иисуса, но мой вопрос вам, вы знаете Иисуса? А Иисус знает вас? И смотрите, как Он описывает погибшего человека здесь. Он сказал, отойдите от меня, делающие беззаконие. По-гречески «аномия». Отрицательная частица «а» — «нет». Слово «номос» — «закон». «Нет закона». И вот то, что это означает. Позвольте мне дать вам точный перевод этого. «Отойдите от меня, послушайте меня. Если вы могли прийти туда и обнять вас, в то время, как я говорю вам это, я бы сделал это. Послушайте меня. Отойдите от меня, те из вас, кто выдавал себя за моего ученика, то есть повадовал меня как Господа, и все же живешь так, как если бы я никогда не давал тебе закона, чтобы исполнять. Я только описал значительное большинство североамериканского христианства. Если кто-то начинает говорить о законе, если кто-то начинает говорить о библейских принципах того, что мы должны делать и чего не должны, как мы должны жить и как нет, все начинают кричать «законник». Но Иисус сказал, «Отойдите от меня, те из вас, кто так живет. Вы называете меня Господом, но сами жили так, как если бы я никогда не давал закона». В американском христианстве сегодня люди вошли в ворота, слава Богу, живут как остальная часть мира, и все нормально. Вы являетесь, ну, может быть, плотским, потому что это из-за нашего плохого евангелизма. У нас есть множество детей, спасенных в библейских каникулах и школах. Когда им исполнилось 15 лет, они вступают в мир и живут как демоны, большинство из них. И затем они приблизительно 30 лет возвращаются, посвящают свою жизнь Богу. Возможно, они только сейчас и были спасены, потому что люди все есть более просто говорить кому-то, что вы спасены, что вы когда-то исповедали Иисуса Господом. Но и сатана тоже подтверждает, что Иисус Господь. Ваша жизнь, она в процессе изменения. Он проходит далее, говорит о двух людях, о двух фундаментах. Знаете, этот отрывок говорит о современности. Видите, что можно изучать богословие, учить историю надо. Современное толкование отрывка о скале и песке основном подобно. Если вы христианин, вы должны строить свою жизнь на скале, потому что если вы строите свою жизнь на песке, вы будете просто неудачным христианином, и ваша жизнь просто не будет идти правильно. Но это не то, чему учил Иисус, и история поддерживает меня в этом. Этот стих никогда не толковался так. Вы знаете, какое его толкование. Вот оно. Есть два пути. Есть узкий путь и широкий путь. На каком вы? Есть два типа деревьев. Есть доброе дерево, есть, которое приносит добрый плод, и оно идет на небо. Есть плохое, и оно приносит плохие плоды, и идет в ад. Его срубают и бросают в огонь. Есть те, кто исповедует Иисуса Господом, и они творят волю Отца, сущего на небе. И есть те, которые исповедуют, что Иисус Христос Господь, и они не творят волю Отца, сущего на небесах, и они идут в ад. Не из-за нехватки добрых дел, но из-за отсутствия веры, продемонстрированного тем фактом, что у них не было никаких добрых дел. Дальше. Он говорит, что не два христианина строят свои дома на двух различных основаниях. Нет. Спасенный человек и погибший человек.
Погибший человек слушает проповедь Слова Божия, но он не кладет основания. Вы не увидите в любом случае его жизни, что Слово Божие формирует, строит, укрепляет его жизнь. Не его жизнь. Сколько людей в Южно-Баптистском Союзе, независимо от всего нашего числа, независимо от того, как мы говорим, если мы просто возьмем этот отрывок и сравним людей с этим отрывком и скажем, вы построили ваш брак на Слово Божие, вы воспитывали ваших детей в Слове Божьем, вы делаете свои финансы в Слове Божьем, ваша жизнь отделяет вас непосредственно от вещей мира сего. Основывали на Слове Божьем, сколько было бы людей в состоянии ответить положительно? Ни один из них. Я исповедую Иисуса, Он мой Спаситель. Учитель воскресной школы сказал мне это. О, я знаю, как проповедник Леонард Рейнфилд, мой знакомый, прежде чем он ушел в вечность, обычно говорил, я проповедую во многих баптистских церквах лишь один раз. Я проповедую во многих местах, как здесь всего лишь один раз. Я мог бы так сказать словами, которые изумили бы вас. И проповедовал вам то, что приподняло бы вас и пустило бы вас в пляс в этом зале. Я, возможно, рассказал бы вам истории, которые заставили бы вас смеяться. Истории о собаках или бабушкины сказки, которые заставили бы вас орать. Но я люблю вас слишком для этого. Я знаю, потому что Слово Божие верно, что есть люди, которые считают себя спасенными, но они не спасенные. Нет. Я знаю, что есть некоторые из вас, кто оглядывается вокруг и думает, но я спасенный, я считаю, смотри, я похож на всех других в своей молодежной группе. Но кто склоняет и думает, что ваш малыш спасенная? Хорошо, я похож на моих родителей, или я как взрослый церкви, или диакон, или пастор. Какое это имеет значение? Вы не будете оценены ими в день пришествия. Мой вопрос вам, возлюбленный. Мой маленькое дитя, я полагаю, вы могли бы быть моими детьми. Я молюсь, чтобы вы когда-то, когда мой маленький мальчик вырастет, что будет проповедник, который будет стоять перед ними и говорить, хватит. Идем далее, что говорит Слово Божие. Как ваша жизнь выдержит перед этим ярким огнем, который есть святость Божия в тот последний день? Возлюбленная, дорогая маленькая девочка, возлюбленный, дорогой молодой человек, тот решающий день, ваше исповедание окажется правдой. Вы спасены. Я не говорю о тех, кто говорит, что я думаю, что я спасен. Ведь знаете, что пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Я чувствую, что я спасен в своем сердце. Хорошо, позвольте задать вопрос. Читали вы когда-нибудь «Лукавое сердце человека» и более всего крайне испорчено, кто узнает его? Но я знаю, что я спасен, потому что мой папа и пастор сказали мне, что я спасен. Хорошо, я скажу вам, что Слово Божие говорит вам. Мы говорим только о том, что надо быть радикальными христианами. Радикальные христиане не те, которые пляшут на концертах. Радикальные христиане не те, кто носят христианские майки, футболки. Радикальные христиане — те, кто приносят плоды Духа Святого. Радикальные христиане — те, кто уважают и почитают своих родителей, даже если они чувствуют, что их родители неправы. Радикальное христианство — это те, кто не делает. Теперь послушайте меня. Это может вывести вас из себя. Я говорю мальчикам и девочкам, радикальное христианство не одевать соблазняющую одежду, чтобы выставить на показ свои тела. Если ваша одежда как рамка для вашего лица, Бог благоволит к вашей одежде. Если ваша одежда как рамочка для вашего тела, это чувственность, и Бог ненавидит то, что вы делаете. Все хотят говорить о пророке, но никто не хочет слушать его. Я говорю о христианстве. Я провел свою жизнь в джунглях. Я провел свою жизнь в страшном холоде в горах Анд. Я видел, люди умирают. Маленький мальчик Эндрю. Мусульмане стреляли в него 5 раз и пробили ему живот, оставили его на тротуаре просто потому, что он кричал, «Мне страшно, но я не могу отречься от Иисуса Христа. Пожалуйста, не убивайте меня, но я не буду отрекаться от Него». И он умер в луже крови. А вы говорите о том, что надо быть радикальным христианином, потому что вы носите футболку, потому что вы ходите на конференции. Я говорю о святости, я говорю о благочестии. Я хочу, чтобы вы знали, что действие Божие было бы на этом месте, если все вы испытали обличение, если вы испытали обличение Святого Духа, упали на свои лица, рыдали бы.
Потому что мы смотрим вещи, которые ненавидит Бог. Потому что мы носим вещи, которые ненавидит Бог. Потому что мы действуем как мир, похожий на мир, запах наш какого-то мира. Потому что мы делаем много, что делают эти вещи. Потому что мы не знаем Слово Божие. Потому что даже при том, что мы утверждаем, что наше вероисповедание, Священное Писание, безошибочное Слово Божие, в основном все, что у нас есть, это картинки, истории, увлекательные рассказы. О, Бог послал бы свой жар на это место, что мы отвернулись от нашего греха, что мы отказались от вещей, которые вызывают негодование Божие, и тогда мы бежали бы к Нему. Мы могли бы насладиться общением с Ним, и мы возлюбили бы Его. О, как я желал бы, чтобы Бог возлюбил на тут миссионеров. Я не желаю для вас того, что желают ваши родители для вас. Они желают для вас надежность, хорошую страховку, хорошие дома. Они хотят для вас машины и почет. Я же хочу же пожелать вам то же, что я желаю для своего сына, чтобы он однажды взял знамя Иисуса Христа и водрузил на холм, куда никто никогда не водружал знамя прежде, и чтобы он возгласил «Иисус Христос Господь», даже если бы это стоило моему сыну жизни. Чтобы он, будучи 18-летним, сказал, что я сказал однажды 18-летним, я иду в горы, я иду в джунгли. Они сказали, ты не можешь идти, ты безумный, там война, ты погибнешь. Когда тот маленький парень возьмет рюкзак, я буду молиться о нем и скажу, иди. Бог с тобою, и если ты умрешь, мой сын, я увижу тебя там, я почту твою смерть. О, Боже, давайте молиться, давайте молиться. Боже, мне без разницы моя репутация, мне безразлично, что люди подумают. Я хочу, чтобы ты был прославлен, чтобы эти люди молодые были спасены. Я хочу, чтобы те, когда спасены, прекратили оглядываться на культурное христианство, которое ты ненавидишь, и извергнешь из своих уст, и чтобы они смотрели на Слово Божие и сказали бы, «Я буду следовать за Иисусом». Боже, я молюсь за молодежных служителей, пасторов, я прошу исполнить их духом, премудрости и любви, дерзновения, развлечения. И, дорогой Господь, чего бы то ни стоило, я прошу, воздвигни миссионеров. Я не могу помочь только смотреть на детей и думать о моем собственном маленьком мальчике. О, Боже, только ты можешь спасти сына, поднять его, послать его в самую горячую точку на поле битвы. Дорогой Господь, воздвигни миссионеров здесь. Воздвигни миссионеров, подними проповедников и пастырей, проповедников и благовестников, которые знают Слово Божие. О, Боже, действуй на всем месте. Прошу, действуй на всем месте, дорогой Господь. Я прошу и молю. Теперь склоните головы те,